Здравствуйте, друзья! Новая серия Cry of Fear у вас на экранах. У меня за окном уже начало темнеть. Я решил поиграть попозже вечером, чтобы как бы придать огоньку игре. Посмотрим, получится ли или не получится. Угу. Нам говорят, что против лома есть! Прием, это ножик. А почему мы идем так медленно? Видать, мы к чему-то пришли, к двери, и сейчас ее откроем. Нет, это кто-то за нами наблюдает, а мы почему-то его видим со стороны. О, что это? Кровь на полу. Ха-ха, а до этого мы не видели, как она была размазана по всем стенам. Как это здесь очутилось? Ну, кто-то чинил лестницу, наверное. Фак! Ладно. Какой-то зомбяк. Ну, он мастер своего дела. Он просто зашел сюда, чтобы... Починить что-то! Уйди, умри! Что за фигня? Кто это был? Мне надо позвонить в полицию, самое время! А мне уже страшно. Черт! Нет сигнала. Надо менять оператора. Но у нас, наверное, появился топорик. Почему у нас не появился топорик? Надо посмотреть. Где наш молоточек, а не топорик? И вот начали появляться странные зимбики. И куда-то орудие начало теряться. Интересно. Так. Мы можем спуститься вниз, но фак с ним. Просто прыгнем. А! Фак ю! Фак ю! Надя, Надя! О, он нас бьет! Это не круто, не круто, мужик! Не круто, не круто! Вот теперь-то мы можем у него топор забрать? Молоток. Молоток круче, чем нож. Нет? Что за... Хочу молоток! Но нам пока не дают этот молоток. Ток-ток, молоток, иди ко мне в руки. Наверное, никак не поднять его. Так, что здесь есть? Так, наши жизни начинают за... Фак! Бежит! Вот так. На! На тебе! На! На! Фак! На! О, какой он проворный! Ай, блин. Может, с молотком бы нам лучше повезло? Но пока никак. Интересно, такой удар лучше наносит? Больше урона или нет? Я что-то пока не разобрался. Как подобрать? Никак. Наверное. О, бой. Шлеп, шлеп, шлеп. Ну, поползли. Ползем. Все еще ползем. О, мы снова можем сохраниться. Бинго! Сохранено! Сохранено. Но мы тут не можем выйти, да? Нет, можем выйти. Отлично. Как всегда, много солнца и... Так. Ладно, мне что-то написали очень полезное, но я нифига не понял! И придется за ним сражаться снова! На! 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 Нет! Я жив. Все в порядке, я пока жив. Правда, жизни... Жизни на исходе. Жизни на... Если б я мог пить кровь, я бы обязательно пил кровь зомбиков и восстанавливал свою жизнь. Так бы я поддерживал регенерацию своего тела в экстремальных условиях. Привет! Привет, сладкий! Ты промазал, а я нет! Так, так! Фак! На, на! Ажи... Да, мой герой уже понял, что жизнь заканчивается и... Может, я могу... Нет, мне нечего сделать, чтобы восстановить свои жизни. Никак. Я уже хромаю.
Я уже хромаю, но похоже... До следующего восстановления жизни мне еще идти и идти, но... А может и нет. Если я умру, то я восстановлюсь в последнем брейкпоинте, у меня будет полное здоровье. Пускай будет так. Что это такое? Пепси-кола. Пепси-кола не восстанавливает моих жизней. Ха-ха-ха, фак! Иди сюда! Иди сюда, не убей меня, пожалуйста! На-на-на! И замочил меня. Load the game. Нет, а жизни все так же мало. И как они, по-вашему, будут восстанавливаться? Непонятно. Fuck you, в общем. Пошел ты в жопу, и ты в жопу пошел. А, пошел! Пошли в жопу! Бегите от меня, уйдите, отстаньте! Что здесь? Какой-то рычаг! Пошел, уйди! Пошли в попу! Я бегающий и прыгающий, уйдите от меня, я побежал. Побежал. Беги, где выход? Где выход? Я сейчас умру. Я не туда побежал. Ну так лучше, хотя бы я нажал какой-то рычаг где-то. Он открыл какие-то двери. Моя жизнь на исходе. Надеюсь, больше никаких сюрпризов не появится здесь, иначе я просто умру. И конец страданиям и разочарованием. Дверь. Туалет! Хе-хей! Самое лучшее, что может быть, может здесь в мусорных пакетах есть какое-нибудь восстановление жизни. Но почему? Почему здесь... СМС-ка. Класс. Пожалуйста, помоги мне. Когда ты придешь в эту квартиру, поторопись. Вот кто бы мне помог? А? Кто бы помог мне? Здесь ничего, здесь просто тупик. Безвыходность и тупик. Беда. Надеюсь, никаких зомбиков сейчас не будет, потому что я умру, я не хочу умирать. Я так еще молод. Молод и полон сил, и застреваю везде, где только могу. Может, я могу дальше пройти? Рюкзак! Фак, это мусор, никакой не рюкзак. Может, сюда можно как-то проползти и там найти какой-то секрет? Да? Пожалуйста, пускай здесь будет какой-то секрет. Хрен там, а не секрет. Нет. Не секрет. Я уже слышу, как бьется мое сердечко. Я что, тебя отсюда теперь выйти не могу? Perfect! Нет, могу. Все получится. Я верю в мои способности альпиниста и... Отлично. Эквилибриста. Почему я не могу пройти? Потому что не могу почему-то. Почему? Вот так могу. С прыжком, с приседанием. Сладенький пирожок. Так, полезли. Полезли. Вроде тут безопасно. Правда, мое сердце на исходе. Как полечить себя? Это судьбоносно. Это место не похоже на нормальное. Ты такой за... Очень за... Смекалистый-то, малыш. Ага. Это прикручено намертво. Чтобы вызвать элеватор, нужно что-то сделать. Станцевать польку! О! Помогите человеку на 4-м этаже. Какая-то корабль. Каракули. They say custom kill. Короче, все умерли. Короче, всем было плохо, все умерли. Всех убили.
Окей. Не хочет скрываться. Что это? О, нет, это матрас, прикрученный к стене. Как это страшно. О-о-о, квартирка. Может, здесь есть компьютер и музыку послушать. Можно выйти в YouTube, посмотреть ролики. Кухня. На кухне... Почему я застреваю всегда в двери какой-то? Так, сохранить. Попробуем сохраниться во второй слот. Как восстановить свою жизнь? Я пока не знаю. Сковородка. Отличное оружие. Ты уже страдаешь, да? Так, единственная возможность, чтобы выжить, это найти какие-то шприцы, которые восстановят мне жизнь. Но что-то мне подсказывает, что в этой квартире... Фак! Да пошел, ты пошел в жопу, маленький ублюдок! Умри! Умри! Нам не надо было заходить сюда. Так, понятно, туда мы не идем. Мы идем сразу на выход. Fuck you! Может, этот огнетушитель сойдет за шприц? Нет. Не сойдет за шприц огнетушитель. Так, что здесь? Похоже, закрыто с другой стороны. Что у нас есть еще? Так. Я не знаю, что это такое. Четвертый этаж. Четвертый этаж. Окей, дверь. Здесь закрыто. Ой, может, здесь будет хотя бы один шприц. О, здесь достаточно светло. Есть электричество. И все очень позитивно, да? Дайте мне шприц, пожалуйста! Сигареты? Это сигареты? Нет, это сковородки. А что-то мне подсказывает, что здесь тоже какой-то уродец может спрятаться быть, спрятанным быть. Почему музыка ужасная стала громче? Это меня не радует. Балкон? Можно выйти. Фак. Выйти и проветриться? Ну да уж. Выйти и проветриться. Это во всем виноват телевизор. Придется идти к той гадости в комнату. Очень не хочется. Очень не хочется. О, бумажка в другом месте теперь лежит? Интересно. Нет, опять та же бумажка. Может, сюда? Это опять эта квартира. Да. Я не хочу. Но нуда будет как-нибудь встретиться с ней лицом к лицу. Может быть, можно тут войти? А, дверь закрыта, забаррикадирована. Нужно на четвертый этаж. Никак не пробраться. Ну, будем пытаться убить эту козебяку. Вообще без здоровья. Не знаю, что выйдет из этого мероприятия. Может, просто мимо пробежать? Я в душе, fuck you. Все в порядке, я в душе. Я зашел помыться. Ай, как ты стонешь. Так. Если свет отключить, может, она будет спать? Типа так. Она на меня не нападет. Фак, напала! Умри! Б!
быстро пробежать мимо нее. Fuck you! I'm so smart! Второй, а нам нужно на четвертый, ладно. Третий. Ну, может, вниз ходим на всякий случай? Проверим, что как тут. Она открылась. Ба-ба-ба-ба-бам. Напрасно я, наверное, сюда пришел. Надо идти на четвертый, как и завещал. Фак. Бля! Да пошло в жопу! Пошло в жопу! Я побежал за шприцом! Я побежал за шприцом! Ладно, пытаемся добраться до четвертого этажа. Мимо! Па-п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 а! Все. Идем на четвертый этаж. Как и хочет того от нас сюжет. Четвертый этаж. Старый добрый четвертый этаж. Есть и пятый. На пятом есть крыша. А, да, аллилуйя! Это шприц! Аллилуйя! Давайте вколем его. Да! Я так счастлив! Yeah! I feel good. Fuck! Дверь закрыта. На четвертый этаж. Придется подняться на пятый. Нет. Придется спуститься на первый. Ай, красота какая. Ай, красота! Уэй! В смысле, это второй. Ну, теперь там и полный сил. Так, это мы уже видели. Сейчас букашка полетит, fuck you. Давай, иди ко мне. Ну, что ты можешь? Вау! Вы видели? Это было не очень-то и сложно. Знай, подбегай, ударяй, убегай. Кто-то плачет. Кто плачет? Бля. Я хочу в туалет. В туалете очень круто. Есть тут Head and Shoulders. Окей, тут все в чести в этом доме. Никаких зомбиков нету. Бумажка есть. Мой секрет номер два. Эти маленькие детишки такие милые. Они выглядят такими обаяшками. Я хочу только прикоснуться к ним. Но придут их родители. Записки педофила, наверное. Поэтому мне нужно их у всех убить. Отличный секрет. 5 баллов. Я с тобой полностью согласен. Нечего страшиться. Авторучка. Нельзя авторучку с собой взять, чтобы вколоть себе. Вау, вау, вау. Оу, сколько шприцов. Ключ. Круто. Ключ от моей квартиры. Интересные здесь какие-то фотографии, которые я сам делал. Да? Злое стекло. О-о. Кто-то закрыл его. Фак. Четвертый этаж. Это я понял, что четвертый этаж. Надо выпрыгивать. В окно. Сейчас выпрыгнем. Погодь. Так, это делается как-то так. Это должно так делаться, потому что это делалось в прошлый раз так. Нет, это так не делается. А почему? А, мне нужно теперь взять ключик. Не знаю, как открыть эту дверь. Опа! И дверь открылась. Фак! А мы убегаем, fuck you.
А воспользуйтесь ключом, чтобы открыть. Что-то открыть ненужное. Тут это ключ или что это вообще за утюжок? Ага, дверь закрыта, окей. Надеюсь... Да, фак! Мы опять вернулись туда, где нас любят и ждут. И наносят нам много урона. А, мы тут были, пока. Так, сюда пойдешь, там умрешь, здесь пойдешь, там умрешь. А, ну в прошлый раз, кстати, здесь было закрыто. Ну давай, пойдем. Опять закрыто. А в прошлый раз было открыто. Что за фигня? Воу! Я могу устраивать дискотеку. Вок-вок, тики-тики-тики, вок-вок, тики-тики-тики. Это... Заходим, там, конечно, нас ждет какой-то козел. Нет, нас никто не ждет. И хорошо, знаете ли, что нас никто не ждет. О, здесь есть мусорная корзина. А, это опять не та квартира. Что за блядь? Из квартирки я в квартирку выхожу, жужу. Почему я сюда подошел и... И вышел наружу. Бак, бак, бак. А что ты мне подсказываешь, что ты сейчас придешь? Эй, да, маленький, я так люблю тебя. Вот так тебя люблю. Вот так вот, и так люблю тебя. Очень люблю. Аж мурашки по коже, как люблю. О, мне бы сохраниться. Мне бы сохраниться. Пара-па-па-па-пам. Что ты? Что ты пошел на меня бычишь, да? Да кого мачешь, а? Он не может. И я тоже. Видал? Выпад кунг-фу. Мы выпад кунг-фу. Выпад кунг-фу. Блин, опять у меня нет жизней. У меня есть шприц зато. Не все так плохо. Живем пока, живем. Еще одного урода переживем. Что-то тихо. Что-то подозрительно тихо. Вот он стоит, видите, за углом. Эх ты! Дружбан, привет! С тобой я знаю, как справиться. Удары побежал! Удары побежал! Нет? Все, пора лечиться. Пора лечиться. Принимаем нашу любимую дозу. Ах, that feel nice, that feel nice. Фак, 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 фак. О, вот шприц еще один. Нам воздалось, нам воздалось. Так, 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 так. Заставили же они меня погоняться в этой серии. Так, здесь закрыто. Что я поимел за это? Ничего, шприц я поимел. Так, дверь в стене появилась, еще одна. Что-то мне подсказывает, что здесь нас ждет сюрприз. Я никогда не волновался по поводу света в квартире, но сейчас волнуюсь. По-моему, слишком много света. Что-то здесь не то или что-то... Как-то тихо. О! Мы подняли магазин от патронов. С патронами, в смысле. Так, дверь закрыта. И ключей у меня, слава богу, больше нет. Так, здесь тоже закрыто. Куда пойти? Куда пойти, куда податься? Чтобы не нарваться. Здесь дверь закрыта. Что там? На кровать не залезть. Ох уж эта лампа. О, вот тут страшненько. Вот тут страшненько. Здесь дверь закрыта.
Здесь дверь закрыта. Здесь точно никого нет? Да? Нет никого. Ну все, можно расслабиться. Думаю, что... Так, мы опять в коридоре. Что здесь за... Ничего. Вот тут бы свет нам не помешал. Здесь... Здесь какая-то дверь. Написано... Педиатрист? Или... А, психолог. Фак! Здесь появилась кружка. Мы возьмем кружку? Нет? Не возьмем кружку. А мы же только что были. Значит, мы можем войти и выйти. Отлично. А толк какой? Почему тут страшно стало, а там не страшно? Что-то изменилось? Нет, ничего не изменилось. Тут все еще дверь закрыта. Ладно, выходим. А, видать, это квартира психолога. Па-па-пам. Так. Лифт где-то застрял. О, бой. Ага. Здесь мы были. Пойдем в другую сторону. Отличное место. Тупик. Закрыта дверь. Грусть, печаль меня снедает, день и ночь разрывает. Ну что, пойдем попробуем еще раз наверх подняться. Что-то у меня небольшая засада возникла. О, нет. Мы оттуда прибежали. Благополучно. Третий этаж. Закрыто. Вот, четвертый. Дверь забаррикадирована. И тут нет. Окейушки. Что, делать нечего, пойдем наверх. Оттуда, откуда мы убежали. С балкона. Вот сюда. Сейчас тварь побежит. Тварь, привет! Я крепче тебя. Ну и много же у тебя тут мусора развелось. Беспорядочное это существо. На этом я закончу этот эпизод. Спасибо, что смотрели. Оставляйте лайки, если вам понравилось. Не забывайте мечтать. Пока и удачи, ведь она у нас в крови.